я тут что-то это, то я ж не могла уснуть после этого взрыва. Зашла в Вига полазить. Смотрю, слушаю, многие сидят и поздно. Что, разве актив есть тут? Мне кажется, ночью вообще мало кто сидит. Смотрю, некоторые сидят в эфирах. Ну ничего себе. Есть актив, да? Я еще думала, что нету. Ну что же ночью? Ой. Как-нибудь зайти. У нас постоянно что-то летит. Это, я не знаю, слышно сейчас, нет? Что это летит? Ну это самолет, конечно. Стрёмно в Ростове жить. Вообще. Спасибо за лайки. Спасибо, волчонок. Может, когда-нибудь я поднимусь. Отблагодарю тебя. За все. Мало ли, знаешь, как жизнь может повернуться. Ой, блин. Всем приветики, ценитель булочек. Ай, блин. Каких только ников нету. Алишер, приветики. Айдишка какой-то зашел. Достойный привет. Как делишки? Мне даже доброе утро, да, еще только 10:30. Я сегодня уснула почти в 4 утра. У нас тут прилетело что-то в Ростов. Хорошо ПВО сработало. Такой взрыв был, это ужас просто. Я такое никогда не слышала. Очень сильный взрыв, еще и недалеко от нас. Жесть. Просто жесть. Ой, блин. А как дела у вас? Олег, привет. Сегодня я ничего не хочу делать. Вот тупо буду сидеть дома. Не знаю, может уже завтра домой свалить. Может, ну его этот Ростов с этими взрывами. Чем ты пишешь Олег Свирский? Ну что? Привет, привет.
Всем приветики. Hello. Так, у меня тут одни иностранцы. Да я не выспалась. У нас тут ночью прилетело что-то. Взрыв сильный. Ну, как что-то. Либо дрон, либо не знаю что. ПВО сработало. Он опять что-то летает. Не заколебалась. Да, я до 4 утра не могла потом уснуть. Страшно было. Каким Ваней? А, Ваня, который в Гуково сейчас. У него тоже слышно было взрыв или нет? Интересно. Я тут просто недалеко от моего района прям взрыв был. Такой взрыв, знаешь, ладно, если бы хлопок, а то прям бабах, такой прям грум. Я аж попутала. Так и что? У него, что у него? Вчера с Ваней сидел, у него. И что? Я с Ваней тоже вчера сидела, до 12 ночи почти. До полдвенадцатого точно. Ой. У Ванька китаянка? Какой именно Ваня? Вот же их много. Который Иван, да? Ну, который... Ну, русскими написано Иван. А, ну, я поняла, короче. Поняла. Не, я не с ним что-то сидела, я с другим Ваньком. Ну и чё-чё? Вот так поворот. И чё? Она нам еще спела. Ты хоть симпатичная была. Что там за китаянка, интересно? Ну слушай, в это время у иностранцев, наверное, утро.